Один из самых знаменитых стрикеров Джимпи Джамп, так называть людей, выбегающих на поле во время различных матчей в футболе, признался, что у него нет денег, чтобы оплатить все свои штрафы. Отныне Джимпи банкрот. Чешская топ-модель Катерина Неотлицка была обнаружена мертвой в квартире чешского хоккеиста-автомобилиста и бывшего игрока Акбарса Якуба Петружалика. А теперь видео кота и девушки, которая взорвала интернет. В 16 пробах атмосферного воздуха Казани обнаружено превышение ПДК, загрязняющих веществ. Больше всего сажи на проспекте Победы. А теперь внимание, нашлась собака по адресу Восстания 123А. Очень похожа на домашнюю. Есть ошейник, голодная и с очень наивными глазами. На ошейнике есть клепки. Хозяева, отзовитесь. А курс доллара сегодня составил 46 рублей 12 копеек. Евро 57 рублей 42 копейки. И о погоде. В Казани сегодня плюс 1. Вечером возможны заморозки до минус 5. Ну а сегодня вечером смотри в нашем выпуске. Корреспондент Универньюз Сергей Гуров расскажет, как найти работу в интернете. А Александра Волкова побывала на конкурсе творческих работ по рукоделию. Все это и многое другое в 18.00 на Универ смотри.